Привет, меня зовут Даша, и в данный момент я прохожу обучение в СП-клуб Москву на группе А2.1 и собираюсь продолжить обучение дальше. О данной школе я узнала из интернета, когда поняла, что необходимо выучить испанский, и первый запрос как раз был об этой школе. Школа отвечала всем моим требованиям, мне необходимо было заниматься как можно меньше по времени, чтобы группы кончались там, примерно через 2 месяца, и можно было в дальнейшем проходить обучение по курсу подготовки к ДЭЛИ. В данной школе мне понравилось практически все, даже я сказала бы все, потому что для меня это удобное расположение в центре, я могу заниматься после обучения в университете, очень приятная атмосфера. Носители – это очень удобно для обучения, сразу вливаешься в атмосферу, и все проходит гораздо быстрее, чем как в обычных занятиях, например, в наших российских школах. Почему испанский? В какой-то момент я поняла, что хочу продолжить обучение по своей профессии в Европе или в другой стране, и самый лучший вариант, который мне подошел, это была Испания, и для меня было необходимо начать обучение испанскому языку. Соответственно, в кратчайшие сроки, в течение 2-3 дней, я нашла данную школу и приступила к обучению. Для меня испанский – это ключ в мир от другой жизни, способ оказаться в другом мире, в котором раньше ты никогда не был. В изучении испанского меня прежде всего мотивирует моя личная цель – это возможность в дальнейшем жить в Испании. Для школы СП-клуб Москву я прежде всего желаю новых интересных учеников, новых преподавателей, расширения границ, чтобы появлялись новые идеи для того, чтобы презентовать их своим ученикам, чтобы им интересно заниматься именно испанским, именно в вашей школе. Спасибо.